Шестилетняя Лиза, которую мать пыталась вывести в ИГИЛ, благополучно вернулась в Россию. Об этом сегодня рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он по просьбе отца девочки выступил посредником в переговорах с властями Турции, где была задержана мать Лизы вместе с еще одной дочерью и вторым мужем. Об истории со счастливым концом Алексей Петров. Теперь, когда в драматической истории наступила развязка, Сергей Уханов, чья дочь едва не оказалась на территории подконтрольной ИГИЛ, звонит главе Чеченской республики. Именно Рамзан Кадыров сделал все, чтобы вернуть девочку отцу. Сейчас я по-другому выгляжу, более счастливее, чем до раньше. Спасибо. Да, Аллах, чтобы всегда были вместе сейчас, чтобы не разлучали вас, не разлучала судьба. Приезжайте, дочки, грозные гости. Хорошо, обязательно. Самим Ухановым сейчас, конечно, не до расспросов. Дедушка шестилетней Лизы с нетерпением ждет встречи с внучкой. Ребенок в удовлетворительном состоянии, уставшая, конечно, но в целом улыбается, попросила мороженое. Внучка сказала, что я хочу бабушки. Она сказала, что я хочу увидеть собачку, которую вы мне приготовили. Светлана и Сергей расстались год назад, но ребенка отец старался видеть почти каждый день. У Светланы новый муж, Евгений Качаари. Семья отправилась в Турцию, вроде бы отдыхать, вчетвером. Родители, шестилетняя Лиза и ее годовалая сестра. Но прилетев, мама девочки отключила телефон. За 4 дня ни одного сообщения. Сергей вместе с бывшей тещей срочно вылетели в Стамбул. Стало известно, россияне задержаны на границе с Сирией. Пытались попасть в соседнюю страну по поддельным документам. Вот кадры, которые сам Сергей снимал в Турции. Короткое свидание с ребенком. У ворот миграционной тюрьмы. На аэропорте нашла бабушка. Да, да, я знаю. Так, бабушка нашла, и чё? Потом пошли к милиционеру. Встретиться с дочкой разрешили только один раз. Отец обратился за помощью к Рамзану Кадырову, рассчитывая на его авторитет в исламском мире. Глава Чеченской республики немедленно поручил своим представителям изучить обстоятельства и сделать все возможное для возвращения девочки. Рамзан Ахматович, спасибо вам огромное. Мы забрали ребенка с вашей помощью, безусловно, конечно же. Без вас мы просто бы не справились. У вас команда вообще нас просто спасла. Огромное спасибо. Сергей уверен, его бывшая жена с новым мужем ехали, чтобы примкнуть к ИГИЛ. По заверению членов семьи, мама Лизы несколько лет назад попала под влияние радикальных исламистов. Все это во многом и привело к разводу. Сейчас российские дипломаты держат на контроле ситуацию вокруг Евгения Качаари, Светланы Ухановой и их дочери Амины. Россияне остаются в депортационном центре. В посольстве рассчитывают добиться их экстрадиции. А для шестилетней Лизы рискованное путешествие, в которое она отправилась не по своей воле, теперь уже позади. Алексей Петров, Елизавета Березкина, Вести.